Приветствую вас, мои дорогие творческие друзья! Сегодня я хочу поговорить с вами вовсе не о чтении, хотя, казалось бы, у меня целая стопка книг. На самом деле это не книги, это румбоксы. В этих румбоксах дочка моя хранит карточные игры, всякие мелочи и даже побрякушки, сережки и браслетики. А вот какую находку настоящую мы с ней сделали, сегодня хочу вам показать. Она любит делать своим подругам на дни рождения разные подарки, и я поддерживаю ее стремление приобщать их к творчеству. В очередной раз задумавшись, что же нам такое подарить, обнаружили мы вот такой чудесный набор. Это румбокс, но внутри не карточные игры, а домик, самый настоящий, точнее даже не домик, а миниатюрный кусочек улочки, кафе в Санторини. А у этого производителя, это набор компании «Белоснежка», есть и другие сюжетики, и мне тут уже приглянулась парочка, которую я бы с удовольствием собрала сама. Что входит в набор? Прежде всего, в набор входит, собственно, сам румбокс. Это книга, и она очень эффектно и интересно может дополнить интерьер детской комнаты, потому что, выглядя в точности как книга, вы также можете и корешок оформить по-книжному, да? Когда вы берете ее с полки, открываете, а там у вас домик настоящий. Что еще входит в набор и как же мы с вами создадим этот домик? В набор, и это самое главное, входит очень подробная инструкция на русском языке. Цветная, то есть хорошая полиграфия. И здесь пошагово, выполняя все, что сказано в этой инструкции, в итоге вы собираете вот то, что показано, да, на картинках. Действительно, очень хочется немедленно взять и собирать самой. Я когда была маленькой девочкой, я увлекалась вот такими всякими миниатюрками. Но, естественно, в мое время таких возможностей по созданию фактически кукольных домиков таких маленьких не было. И я все делала это из совершенно каких-то там кусочков катушек и какой-то ерунды. А здесь же это действительно настоящие, только очень-очень маленькие вещички. Здесь есть то, что нужно вырезать, да, ножинками. Что мне еще очень понравилось в наборе, здесь есть все сразу. То есть ничего не нужно докупать. Здесь есть клей, ПВА белый. Здесь есть ножницы и пинцет. Пинцет здесь понадобится. Детальки действительно очень-очень мелкие. Я начну вот с этого пакетика вам показывать. Здесь детальки, они уже готовые. То есть все, что вам требуется, это выбрать место, куда вы хотите их прикрепить и вклеивать. Там вот такой заборчик есть милый, беленький, так аккуратно вклеивается, да? Видите, ничего сложного в сборе нет, собственно. Конечно, требуется аккуратность. Конечно, важно не наляпать клеем. Здесь есть и столики миниатюрные, вот они. То есть четко по инструкции все собираете, получаете в итоге красоту. Но как именно эта красота будет выглядеть, зависит только от вас. Как расположены столики, какие цветочки в горшочках. Это остается на усмотрение человека, который собирает. И чем мне нравится этот набор очень-очень, тем, что девочки наши с мамами, если возраст помладше, или самостоятельно, если возраст уже достаточно такой большой, моей дочери 13 лет, она в состоянии сама собрать такую красоту. Так вот, на мой взгляд, это прекрасный опыт по оформлению интерьера. То есть у меня это кафе, но есть и другие наборы, которые представляют у себя комнатные интерьеры. Просто этот летний, поэтому мне так понравился, выглядит как воспоминание о летнем отдыхе. Вот такие миниатюрные горшочки, и это самый большой, самый маленький, вот, совсем-совсем крохотные. Вот такие цветочки, то есть вы отрезаете сколько вам нужно. И ставите в горшочки, приклеиваете на клей. Здесь есть и миниатюрные скатерти. И вот, видите, и всякие такие вот декоративные элементы. Здесь фонарик собирается. Причем для фонариков здесь предусмотрена подсветка, то есть электрика. Электрика очень простая, я посмотрела по схеме. Ее в состоянии собрать даже ребенок. Ну, конечно, если папа поможет, то это вообще шикарно. Так что очень рекомендую ваше внимание обратить на эти наборы. Во-первых, замечательный предмет интерьера, такой вот румбокс, да, необычный, может пополнить ряд с книжками.
Во-вторых, может быть замечательным подарком после проведенного лета, например, для бабушек, которые так ценят творчество своих внучек. Ну и еще раз повторюсь, на мой взгляд, это замечательная тренировка для девочек, для будущих хозяек в создании интерьера. С вами была Федорова Катя. Всем пока!